спортсмены буйской команды, одержавшие победу 6 мая в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Северная правда». 71-я по счету эстафета собрала 59 команд со всей Костромской области. Буевляне выступали в группе «Города». Всего было 7 групп. Принцип подбора спортсменов для участия в этом престижном масштабном соревновании такой. Только самые сильные и выносливые. Это значит, тренеры выставили на старт спортивную элиту. Наш город представляли 12 юношей и девушек разного возраста от 14 до 24 лет. Эстафета вообще считается зрелищным видом соревнований. Состязания захватывают и самих спортсменов, и тренеров, и публику. 6 мужских этапов по 1 километру каждый чередовались с женскими, дистанцией 500 метров каждый. Пробежать их на максимальной скорости довольно трудно. Все же это не 60 или 100 метров, на которых и ускорение получается лучше, потому что спортсмен знает, что от него потребуется немного. Много сил. Быстро выложился и уже финиш. А на километре или половине км приходится и поработать подольше, и потерпеть. Здесь нужно было грамотно выстроить очередность выступления атлетов. Нашему тренеру Денису Буликову это удалось. Смешанная эстафета состояла из 12 этапов. Первый этап юноши, второй этап юноши. У нас получается, что юноши бегут по 1 километру, девушки бегут по 500 метров. Получается, что в ту сторону километр юноша, обратно бежит юноша. Потом девушка в ту сторону, обратно девушка. И вот таким образом эстафета проходила. Я поставил на последний этап Соколову Катерину. Она у нас как бы занимается лыжными гонками, но также нормально бежит. Да, бежит в легкой атлетике. Команда состояла у нас из 12 участников, 6 юношей, 6 девушек. Команда без ограничений в возрасте идет. Вот у нас, если брать юношей, вот у нас Галиулин Константин, он бежал первый этап, как бы хороший задел такой сделал. Потом бежал у нас Федотов Илья Андреевич, наш тренер тоже по легкой атлетике. Потом бежал Виноградов Кирилл, кандидат мастера спорта у нас по легкой атлетике. Потом бежал Прибудько Алексей, тоже легкоатлет. Малков Александр, который у нас и на Буйской правде первый этап выиграл. Вот, потом Седов Глеб, это вот у нас тоже лыжник, протерпел, нормально добежал. Вот такой состав у нас был мужчин. И у девушек у нас Альмяшева Диана, вот легкоатлетка, потом Субботина Дарья, потом Абдурашидова Валерия, потом вот, Тихомирова Ксюша, Смирнова Ксюша и Соколова Екатерина. Как были рассчитаны вот эти силы? Что вы можете по этому сказать? Да, была тактика. Он специально подбирал, кто побежит в гору, кто с горы, против ветра, в сторону ветра. И, видимо, тактика сработала. Традиционный фаворит эстафеты на призы газеты «Северная правда» среди городов – это Кострома. Изначально настроем буйских спортсменов была борьба за второе или третье место. Но воля к победе, настрой на победу и грамотное распределение сил и способностей сыграло решающую роль и позволило нашим спортсменам подняться на высшую ступень пьедестала. Сначала он сказал, чтобы мы вошли в тройку, а затем, когда уже все близилось к финишу, он сказал, что мы должны дотянуть и будем первыми. Это победа историческая. Да, да. Сенсация. Это победа будет в истории, сказала. Где-то в середине эстафеты подошел Денис Владимирович и сказал о том, что у нас есть большой шанс, что мы можем, если мы постараемся. И то есть, допустим, когда я уже выходила на старт, было такое огромное чувство ответственности, даже не как обычно, оно было намного сильнее. Нужно было до последнего выдержать и сделать все очень красиво. Были очень вчера рады своим результатам. Конечно, немножко не ожидали. Надеялись, и наша надежда оправдалась. Мы заняли впервые первое место в этой эстафете. На призы «Северной правды» в честь победы в Великой Отечественной войне. Что всегда впереди нас была Кострома, и мы не думали, что... Да, вот всегда вот на этой эстафете у нас побеждала команда города Костромы. Мы постоянно боролись с остальными городами за второе, за третье место. Доехали это тоже вот как бы с такой мыслью, что поди тоже вторыми, третьими прибежим. А по ходу дистанции я вот следил, вел всю команду. И с самого начала мы шли первыми всю дистанцию. И вот буквально на последнем этапе Кострома нас почти догнала. Но финиш был очень такой напряженный. И вот буквально на одну секунду мы немножко вырвали, выбежали вперед и победили. Силы были равны, да? Силы были равны, у нас
как бы вот тоже где-то есть и слабые звенья, где-то и сильные. В каких-то вот, где в сильных звеньях мы пытались убежать от них, где немножко вот слабые у нас моменты, они нас пытались догнать. Но вот все-таки им не хватило немного сил, чтобы нас догнать. Приятно было, в конце концов, все-таки первое место. Неожиданно даже сказал. То, что на последних секундах все-таки победили. Что Денис Владимирович говорил об этой победе вам? Заслужили. Говорил впервые. За много лет вроде не было такого, что первое место заняли. Общая дистанция, которую преодолели легкоатлеты, составила 9 километров. Время преодоления 27 минут и 25,5 секунд. Позади остались Кострома, Галич и Волгореченск. Соперники достаточно сильные, потому что в большинстве команд большая часть участников – это спортсмены, которые занимаются легкоатлетикой. Ну, достаточно сильная конкуренция была. Ну, мы смогли показать себя. Надо было по вам присутствовать вчера с нами. Самые искренние чувства победы вот были вчера. Обнимались, радовались. Переполняющие эмоции. Наш тренер, он подбежал к нам с таким громким криком. Мы были безумно рады. Ну, это эмоции непередаваемые. Это действительно очень здорово. Большая радость. Ожидали? Ну, настраивались. Да, настраивались. Нам приятно. Мы не ожидали, что у нас будет такой потрясающий результат. Мы всем довольны, очень рады. Мы чувствовали радость, гордость за город наш. То, что мы выиграли, показали, как надо делать. Да, мы сказали, что вы молодцы. Мы очень счастливы, что принесли в город такую победу. Эту победу мы посвящаем всегда одному празднику, 9 мая. Конечно же, соперники завидовали. Спорт – это и спорт. Как бы побеждает сильнейший. И вот вчера мы были сильнейшими. Сильные, подтянутые, красивые. А еще трудолюбивые и целеустремленные. Они – наша гордость, гордость Буя. На таких парней и девчонок стоит равняться. Тренер команды Денис Буликов призвал всех горожан дружить со спортом, проверить свои физические способности и сдать нормы ГТО. Моя основная обязанность вот – ввести в народ вот этот новый комплекс этот ГТО. И вот, ну, и много планов сейчас. И вот сейчас на летний период запланировано много мероприятий по комплексу ГТО. Так что вот я как раз хотел воспользоваться моментом и обратиться ко всем жителям города Буя, чтобы активно принимали участие в этом комплексе. У нас центр находится в данный момент на стадионе «Спартак». Мне просто кажется, что те люди, которые основная группа здоровья, которые не инвалиды, не, как бы, не больны ничем, ну, неужели неохота вот проверить себя, насколько ты, как бы, крепок, вынослив, быстр? И я думаю, что даже вот любой здоровый человек на бронзу-то, я думаю, что может сдать. На серебро, на золото, конечно же, здесь уже без специальной подготовки, без специальной подготовки уже на золото тяжело сдать. Но у нас особенно, ну, в основном-то вот школьники, которые занимаются спортом, они справляются с этими нормами на золото. Значок, да? Ну да, вот сейчас вот обрабатывал как раз вот конец учебного года выпускников 11 класса, для вот они как раз все тут рвались и пытались получить значок ГТО, чтобы при поступлении воспользоваться дополнительными баллами. Но на данный момент вот 16 на золото сдали пока. И вот у нас остался, грубо говоря, месяц, май последний. Также у нас в мае запланирован фестиваль ГТО взрослого населения. Я думаю, что где-то вот 17-18, может быть, 20-х числах мая, потому что у нас в мае очень много мероприятий спортивных. Любой желающий, кто хочет сдать нормативы ГТО, может прийти на «Спартак» и обратиться в наше административное здание, в центр, и мы можем дать всю информацию и принять, и обработать. Также, конечно же, можно и позвонить. По какому телефону? Так, ну, можно прямо на мой мобильный телефон звонить 8-910-951-4307 или на электронную почту gto-buy@mail.ru.